Герой нашего следующего сюжета – настоящий спортивный вундеркинд. Мухаммаду Асланову из Дербента всего 8. Сначала он завоевал титул чемпиона России в Кисловодске, а уже потом в Баку стал чемпионом мира по ММА. И это при том, что профессионально спортом мальчик никогда не занимался. Хадижат Мазгарова встретилась с наверняка будущим олимпийским чемпионом. 8 утра. Тренировка в спортивной школе в Дербенте. Юные борцы отрабатывают приемы вместе с будущими чемпионами. Мастерство оттачивает уже действующий Мухаммад Асланов. Ему всего 8, но о нем уже заговорили в спортивном мире после чемпионата по ММА в Баку, где дагестанец стал первым. Спортивный вундеркинд, самородок. Так о мальчике говорят те, кто видел его в схватках. У него получается все это, при том, что специально ни кикбоксингом, ни другими единоборствами, кроме борьбы, он не занимается. Все приемы подглядел на видео профессиональных турниров. Такого нету, что у него это получается, то не получается. За что бы он ни взялся, у него все получается. Но сейчас, в данный момент, он должен акцент делать именно на вольную борьбу. Поставленная цель, он до нее доходит. Но вот надо подтянуться 100 раз. Он идет к этой цели, он потянется все равно, хоть через неделю, хоть через месяц, но он это все равно сделает. Выступить в турнире решение достаточно спонтанное, говорит уже отец. Поступило предложение, решили согласиться. Говорить о карьере в смешанных единоборствах слишком рано, да и предпочтение как родители, так и сам атлет отдает классической борьбе. Любимый спортсмен Абдурашид Садулаев. Планируешь с кем стать, скажи, пожалуйста? Олимпийским чемпионом. Кто видели, как он дерется на турнирах, они уже видят в нем талант, что он, у него все получается. Он на бокс пошел, он месяц походил на бокс, боксировал с теми, кто уже давно ходит, и обыгрывал их тоже. На грэплинг пошел, вот, все пояса по грэплингу выиграл. На ММА пошел, ну, у него по вольной тоже есть там кубки, вот там. Мухаммад окончил первый класс. На вопрос, как относятся одноклассники к его успехам в спорте, отвечают, что, скорее всего, они даже о них не знают. Сам он им точно не рассказывал. В классе не задирается, да и вообще ведет себя весьма скромно, как и подобает настоящему чемпиону. Лишних эмоций не проявляет и на ковре. Асланов Мухаммад занимается вольной борьбой 3-й год. Вот. И за это время он проявил себя как дисциплинированный, трудолюбивый и целеустремленный спортсмен. Без таких качеств тяжело добиться в спорте определенных результатов. В остальном жизнь самого сильного мальчика Дербента мало чем отличается от жизни других детей. Футбол во дворе, прогулки с друзьями на велосипеде и игры с братьями. Их у Мухаммада 3. Старший, как и он, занимается борьбой. Мини-турниры иногда организовываются и дома. Главный приз – неподеленная игрушка. А уже завтра Мухаммад Асланов снова отправится на тренировку, чтобы стать еще ближе к своей мечте – олимпийскому золоту. Хадижат Мазгарова, Ибрагим Магомедов, Марьяна Масуева. Время новостей.